У меня в руках набор «Оптимальное увлажнение и омоложение». Здесь в наборе полноформатные объемы ухаживающих средств, универсальный очищающий гель, которым вы можете умываться утром и вечером, без сульфатов, на кока-глюкозиде, который не пересушивает кожу, даже самую чувствительную, не вызывает чувства стянутости. Дальше завершить очищение можно тоником, например, с АХА-кислотами. Есть небольшая концентрация альфа-гидроксикислот. Он балансирует pH кожи. Он хорош очень для людей, которые перешагнули 30-летний рубеж, потому что кислый pH, чем старше мы становимся, тем важнее на коже. Плюс он дает мягкое, постепенное, регулярное отшелушивание. Кожа выглядит свежее, моложе, более гладкой, более такой сияющей. Его можно использовать, этот тоник, например, только вечером, можно использовать в зимнее время, например, и утром, и вечером, но не обязательно его использовать постоянно, потому что АХА-кислоты можно использовать даже 2-3 раза в неделю, этого порой достаточно. А утром, например, использовать какой-то обычный ваш тоник, например, с гиалуроновой кислотой. После поверхностного очищения и тонизации мы наносим активную сыворотку. В данном наборе есть полноразмерный профессиональный объем 100 мл сыворотки интенсив омоложения, который содержит два вида гиалуроновой кислоты, ультрамолекулярную и высокомолекулярную, а также бета-глюкан, который контролирует наш кожный иммунитет, повышает его, и клеточную фитокультуру стволовых клеток яблока. Она наносится в очень небольшом количестве, буквально несколько капель под ваш уходовый крем. В качестве крема здесь представлен крем увлажняющий. Это наш, можно сказать, универсальный финальный крем для профессиональных уходов. Это прекрасная база под макияж. Он очень легкий по текстуре. Он содержит пантенол, масло ши, масло сладкого миндаля, увлажняет. И содержит еще два ультрафиолетовых фильтра, которые создают фактор SPF 10. Этого достаточно, например, в осенне-зимний период. Если есть отечность в области глаз, например, век, да, есть темные круги, то можно использовать гель для кожи вокруг глаз. Буквально две капельки наносим на область вокруг глаз. Он обладает очень сильным противоотечным эффектом. Опять-таки же под крем. Если нам нужен лифтинг, например, на выход, то мы можем, например, вместо сыворотки интенсив омоложения нанести сыворотку актив лифтинг с кофеином, с полуланом и поверх нее нанести уже дневной крем. А интенсив омоложения использовать вечером.